Вот, мы продолжаем наши выходные в Тахо-Сити. Вот тут велосипедная дорожка. Вот она вот так вот идет. Вот мы приложили велосипеды, да. И вот тут такая течет совсем мелкая, приятная горная речушка, да, и люди отдыхают. Влад, я думаю, нам с тобой нужны... Нас уговаривали, мы, конечно, сюда приехали. Денис, как всегда, чего-то тут это самое бубнит. Не дает спокойно видео снять. Влад, классно, да? Надо сюда приехать с надувными такими вот, смотри, лодочками, да? Она совсем мелкая. А вот мы сейчас такая наслаждаемся на такой велопрогулкой, да? Сколько? 4 мили, да? 4 мили это где-то 6 километров, по-моему, да? Сейчас посмотрим. И какая в цепке идет, да? Смотри, вот они сцеплены лодки такие. Идем к нашим великам. Поближе. Какая красота. Ну, вот наши проплывают, которых мы снимали раньше. Какая красота. Вот мы, короче, байкали-байкали. Вот такая вот интересная. Да, нам надо узнать... Нет, может, это частные сатоконды. Нам надо узнать, если здесь что-то сдают, как гостиница рент. По крайней мере, видишь, общественное заведение. Но мы не голодные. Так. Такая скамеечка по дороге. Пошли, пройдем к мостику. Вот, смотрите. Отца. Да. Смотри, вот видишь? Мы здесь. Поэтому тут можно ехать. И туда вот при озеро нужно. А ну где? Сутрела. Вот мы вот он красненький. Вот толстый красный. А вот скорвали. Вот этот толстый красный, вот он сюда идет. И сюда. Видишь, до куда можно еще ехать? А как озеро. Так, мы сейчас туда обратно поедем. Мы можем, я предлагаю. Смотри, какие валуны большие, да? Это как называется? Тахо National Forest, Тахо Национальный парк, да? Это National Park. Это Truckee River Trail, но этот лес называется, это Национальный Тахо Forest, да, Национальный лес, как заповедник. Спустились мы, да, Злата? Я на камень присяжусь. Да, присяживаемся. Даже такая речка-речушка. Сейчас нужно потрогать, да. Сейчас потрогаем. А чистенькая какая, да? Ну, да. Прохладная? Да ладно, можно купаться. Возьми, да. Возьми камушек. Злата, привет передадим бабушке? Привет. Тетя Люда с дядей Игорем. Злата, вернись в камеру. Хочешь им передать какое-нибудь пожелание? Всем природного отдыха, да? Да. Ну скажи, природу любим, да? Беларусь тоже красивая природа. Все, так. Ну давай, поехали. Мама, тебе нужна камера? Да,
Согласна. У меня куртка есть. Куртку дать? Давай. Так, чуть-чуть засняли. Была небольшая техническая остановка. Злата одевала повязку. Thank you.
пати небольшое. Thank you.
торопись, не торопись, зато я же снимаю все. Продолжаем наш отдых. Таха. Само озеро. Внизу идет трейл.